Всем привет! Сегодня будем делать пиньяту единорог. Если вы на меня подписаны или видели мои видео, то знаете, что у меня уже есть два видео с пиньятами единорог. Одна круглая пиньята, другая пиньята единорог — это голова и частично шея. И вот сегодня мы будем делать вот такую пиньяту, целую лошадку. Это мой шаблон. Шаблон где-то 42 на 43 сантиметра размер этой пиньяты. Я собираю такие шаблоны и потом уже просто их использую по назначению. На канале есть видео про мои шаблоны, там я рассказываю и показываю о всех шаблонах, которые у меня есть. Вот такую болванку я сделала заранее, уже с ручкой. Из чего я делаю ручку и как я ее креплю, есть видео на моем канале. Если интересно, смотрите. Также я отверстие скрытое сделала на боку. Дальше цветная бумага, которая нам понадобится. Основной цвет будет белый. И для гривы и хвоста вот такая цветная креп-бумага. Также у нас в виде аппликации подготовлено два глаза. И вот такие вот еще бумажные помпоны. И обычная шапочка для праздного дня рождения золотого цвета. Для чего они мне понадобятся, если досмотрите видео до конца, то обязательно поймете. Еще я буду использовать вот такую золотую бумагу. К сожалению, у меня нету большого куска, чтобы заклеить копыта, я буду заклеивать из кусочков, так как нету цельной у меня. Приступаем к работе. Thank you.
Thank you.